Друзья, вот мы с вами находимся у Симферопольского зооуголка. И два ослика здесь. Они как раз рядом с дорогой. И те, кто приходят в парк, могут полюбоваться на них. Вот такие красавцы. Видим, что в парке обслуживается. Все нормально. Но пока вот без посетителей. Вот мы видим с вами на заднем плане киперы тоже проводят уборочку. А ослики внимательно наблюдают за ними. Вот там у нас, по-моему, муфлон. В соседях у осликов. Так что, друзья, жизнь в Симферопольском зооуголке проходит теперь степенно, спокойно, но явно это не очень по душе обитателям зоопарка, которые тоже привыкли к общению. Вот осликам травка. Красота. Ну и так они довольно сдержанно на травку реагируют. Видно, что она для них не в новинку. Так, вон травка и муфлончику тоже. Муфлончик вообще не спешит подходить. Вон он, ага. Или он уже так одичал, что, видите, даже киперов побаивается. Ого, вот это да. Наверное, его недавно перевели, и он еще не привык к вольеру. Да, ну такой прыжок. Вы меня извините. Ослики, конечно, гораздо спокойнее. Так что, друзья, всем большой привет из Симферопольского зооуголка. Надеемся все-таки, что скоро они получат лицензию и откроются. Ослик разыгрался. Ah!
нету, больше чем надо. Вот ключу нету. Маманя, старушка, ты старушка, старенькая уже, да? Моя девочка, она старенькая. Ух, это мама, доча у тебя какая, да? Ох, это доча.